В территориальном управлении Сулайман-Тоо Южной столицы сегодня выбирают делегатов местного съезда в преддверии всенародного курултая. По поручению президента эти встречи проводятся не органами местного самоуправления, а местными советами. Сейчас избрано 83 делегата, 5 из них будут отобраны и отправлены в Бишкек. Такие встречи проходят в каждом терсовете. Везде выбирают делегатов. По мнению местных жителей, такие выборы – очень правильный шаг. Думаю, выбор очевиден. Очень правильно, что выборы проходят в каждом территориальном управлении. Делегаты избираются большинством голосов. Это самое правильное. В терсовете Сулайман-Тоо Южной столицы проживает более 64 тысяч человек. От них избрано 83 делегата. Среди них и депутат легендарного парламента Акимбек Орозбаев. Я верю, что этот курултай еще больше укрепит дух и сплоченность кыргызского народа. Меня также избрали делегатом местного съезда. Я поеду в Бишкек, если народ решит. Всего в Аше отбор участников курултая будет проходить в 6 городских терсоветах и в поселке Джепалак до 25 октября. В местном съезде примут участие 500 делегатов. Сейчас развиты технологии. Было бы хорошо, если бы делегаты были готовы голосовать онлайн. Теперь все есть в интернете. Я думаю, это тоже было бы правильно. Изначально предполагалось, что Ош на всенародном курултае в Бишкеке представят 6 человек. Однако сейчас решено, что на курултай поедут 30 ашан, сообразно численности населения. Алена Смирнова, Зайнат Ибраимова, Уран Адишев, ЛТР, Ош.